Каменский марш посвящен женщинам, которые служат в разведке. Все твердят, что бабы дуры, не понять вам нашу женскую натуру, нам противно стряпать и стирать, кроить и шить. Не хотим мы серенаду под балконом, нам найти бы форму, китель, погоны, как один мы побежим в разведчик и служить. А на девчата махнем по рюмке, кричат истошно караул, пускай заткнутся в ЦРУ, ведь мы в разведке служим, мы блондинки. Но ума у нас палата, как с картинки, и фигурки то, что надо, ну, а ноги от ушей скрывать их нет причин. Грудь упруга и тугие ягодицы, как подруга, вот в таких не влюбиться мы награда, и мечта, и греза всех мужчин. И нам не сложно остановить коней табун, мы сможем пойти в горящую избу, и будет надо сидеть все время в дураках. Такие женщины пока у нас в разведке служат для беседы. Тему мы найдем любую, хоть аскета. Охмурим и завербуем президента, можем даже в койку уложить. Мы не скроем, нет цены нам, как агента, мы расколем. Мы любого резидента, что нам стоит, ну а нет, поставим на ножи. А на девчата не подведем мы, если что, когда-то коня одели мы в пальто. Возьмем надо, как комара за хоботок, пускай не лезут на восток, мы их посадим в лужу. А, ну, девчата, махнем по рюмке коньяку, нам надо надежный дать отпор врагу, и пусть нам надо кричат истошно караул, пускай заткнутся в цель, ведь мы